повезло, потому что антропометрически, конечно же, здорово превосходит Амкар своего соперника. Защитники там нужны. Подача. Кутепов. Не дают пробить. Зуев. И отсюда пробить. Глушаков! Вот это гол! Вот это гол! Боже мой! Вот это Колесник! Это похороны! Это Глушаков! И это Манекен Челлендж! Да, Спартак много забивает дальними ударами, как мы уже отмечали не раз по ходу встречи. Это пятый гол Спартака, забитый из-за штрафной. Ну и это фантастика. Это даже Селихов не может вытащить. Это капитан Спартака Денис Глушаков. Посмотрите, как мяч здесь отскочил Глушакову. Ну, вот только шальной такой удар, наверное, Спартаку мог помочь сегодня. Бум! Шальной. Поставленный удар. Возможно, гол тура. Конечно, Юрий Газинский сегодня феноменальный гол забил. Ну как попал Глушаков? Как он попал? Глушаков, посмотри, еще показал промеса, не трогай. Как бы руками. Я тучи разведу руками. Да, здесь я игроков разведу руками в сторону. Денис Глушаков. И полетели. Ну и, честно говоря, вот сейчас, конечно, Амкар заслуживает сочувствия, потому что команда Гаджи-Гаджиева, ну, делала все правильно. Делала все, что просил тренер. Выполняла план на игру и была очень близка к тому, чтобы отобрать очки у Спартака.